Я, честно говоря, немножко в растерянности, потому что впечатление было очень сильное. Обычно я уже профессионал, я посмотрела и сразу готова ля-ля-ля обсуждать. А тут я поняла, что впечатление очень сильное, очень яркое, но оно у меня еще не отстоялось. То есть мне хочется как-то вот спрятать, покрутить немножечко внутри. И я сразу, вот еще поклон, когда был, аплодисменты, я думаю, когда там в следующий раз, в июле, надо обязательно будет прийти. Свет, музыка, то есть вот практически все составляющие находятся в таком каком-то гармоничном единстве. Ну, это вот внешний рисунок, то, что я увидела. Я, честно, я пока не готова говорить о том, какие мысли у меня это вызвало. Я это покручу, и главное, что я понимаю, что я обязательно приду это, посмотрю еще раз. Артисты сыграли прекрасно, все очень понравилось, передали ту темную какую-то мистическую атмосферу, в зале царила тишина, в общем, было очень интересно, мне очень понравилось.